танка. Слушайте! Вот ее поцелуй. Слушайте. Был вечер? Бал отменили.
Я, Гриша, приходил сегодня вечером к Ольге. Я хотел поговорить с ней, но оказалось, она больна. Меня к ней не пустили. Тогда я пришел сюда. Тебя не было. Я решил ждать и просидел всю ночь. О чем ты хотел говорить с Ольгой? О докторе Степанове. Гриша, послушай меня. Я хотел спросить Ольгу, не совершает ли доктор Степанов страшного преступления против нашего общества? Против общества, которое вскоре будет бесклассовым. Ну-ну, говори. Я знаю, что ты хочешь сказать. Знаешь? Гриша. Спи, мама. Я хочу сказать о самом главном законе, который ляжет в основу всех законов бесклассового общества. Какой это закон? Не может быть власти человека над человеком. Правда? Правда. Ведь он, этот великий человек, он злоупотребляет своим величием. Он прислал к тебе человека, который издевался над тобой. Прислал собаку, чтобы травить тебя. Ты подумай, ведь это так. Ведь ты не знаешь, а может быть, она, Маша, любит тебя. Нет. Нет? Ты убежден, что нет? Убежден. Неправда. Просто от большого уважения к нему ты уговариваешь себя, что она тебя не любит, чтобы не мешать ему творить и работать. Ты хороший комсомолец. Вот в чем дело. Как жаль, что заболела Ольга. Она все знает. Она объяснила бы все. Есть ли это власть человека над человеком или нет? Это чистая власть. Он не банкир. Он великий ученый, гений. Понимаешь? А власть гения остается? Власть гения? Поклонение великим зодчим социализма, творцам мысли, науки, искусства, быть такими же, как и они, да, остается. Для меня да, для комсомольца да. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Влияние высокого ума – это прекрасная власть. Ах, как жаль, что больна Ольга. Гриша. Ну, что тебе? Ты говоришь, что таких, как ты, много, а он один? Да. Ты тоже один. Для тебя? Да, для меня. Но ты мать. Ты должна думать, что твой сын лучше всех. Да, ты лучше всех. Для тебя, для матери. А для страны? Гриш. Ведь страна состоит наполовину из матерей. А ты знаешь, старушка, кажется, права. Товарищи, Ольга умирает. Ребята приходили, ее в клинику увезли. Что ты говоришь? Какая Ольга? Гриш,
Ну, Ольга, член ЦК комсомола. Помнишь, была у нас такая красивая? Это ее муж. Неужели ты не понимаешь? Что привезти из Лондона, Иван Германович? Шляпу? Шляпу? Можно шляпу. Хорошо, шляпу.